Сегодня кукаяки пройдут 100 челленджей, и кто наберет больше всех баллов, получит ключи от этого канала, статус самого главного в семье и, конечно, кукаяковый кубок! А на кого ставишь ты? Напиши в комментариях и начинаем смотреть. Шмяк! Задание сковородка или сковородка. Задача набить мячик с помощью сковородки максимальное количество раз. Раз, два, 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 есть. 35, 36, 37. Вау! Это мой возраст. Я раз, два, три, семь. Ой, посмотрите 8, на него. 9, 13, 14. 15. Вот 16, это да, это 17, как ты сделал? 18, 19, 20, 21. Ё-моё! Я победила! Я начала очень хорошо. Плавающие шарики. Я еще плавать не умею, как будто специально такое вытащила. Задача — как можно быстрее выловить шарики при помощи ложки в зубах. Главное, чтобы зубы остались на месте. Ну да, кстати. О, есть! Ну, есть первый! Ой, вообще дела! Ну я крышей так! Я хуже всех, что справился с заданием. Василий Лиза получает свой первый шарик. Вообще, такая молодец. И я, между прочим, не как девчоночки вот эти, тянут только желтый. Я беру красную, потому что красный опасный. Что Лимбо. Там? Проверим вашу гибкость. Давайте Лимбо. Я первая. Да, конечно, давай. Как ты это сделаешь? Как ты это сделаешь? Вау! Вау! Нифига себе. Ну, я уступаю место дамам. Давайте. Вот это! Слушай, это уже тяжело. Для меня это уже, ну, второй точно, а никак не первый. Ну, я понял, да. Второй раунд. Слаб! Ну, вот и финал, да? Это только второй раунд, я уже понимаю. Все, мы приплыли. Ну что, Вася? Вау! А Василиса... По-другому нельзя пройти? Ну, а? Можно использовать другое движение? Давай, проходи, Лимба. В твоем бокал полный иксо. Нет, я не смогла. В Китае. Я не смогу пройти, это реально очень низко. Давай. Страхун. А она по правилам сделала? Это так можно сделать? Там говорят нет. Там, кто говорит нет? Там, все можно? Девушки такие, да? И парень такой, не стоит, такой, нет. Все, колени заболели. Вообще, прям сразу сводит. Да-да-да, это вообще нелегко. Сейчас. Хоп! Я все видела. Видела. Все, я выбываю. Финал. Я боюсь сейчас разбиться вообще. Давай, я тебя подстрахую. Ой, ё-моё. О, тяжело-то как. О, бог свело, все. Ты сможешь без поддержки Давай. Пройти, то ты победила. И на колени, главное, не упади. Худоперчивая девочка какая-то победила опять. Кладет себе второй зеленый шарик. А мы двигаемся дальше. Задание называется «Сладости». О! Задача – за 15 секунд спрятать в одежду как можно больше угощений. Выиграет тот, у кого больше всего конфет. Вась, прячем в одежду, а не в рот. Да. Артур, я тоже двумя руками держишь камеру. Да, будь добр, пожалуйста, Артур. Да. Время пошло. Ой. Ага, стоп. Ого, Елена Сергеевна набрала вообще. Третье место в этом челлендже занимаю я, а первое место занимает Елена Сергеевна. Но этот конкурс не такой уж и обидчивый. Почему? Потому что... Обидчивый. Обидчивый? Она кидает всего лишь шарик, Василек, себе в корзинку, а мы с тобой можем взять по карамельке. Я прошу заметить, как хорошо я иду. Ты лидер канала, видно? Да. Великий рассказчик. Положить в рот 7 маршмеллоу и рассказать стишок. Это невозможно. Сколько сможешь, вот запихнула сколько сможешь, и читай стих. Если никто твой рекорд не побьет, значит, ты выиграла. Давай. Красный свет, дороги нет. Винты осторожны. Только их один зеленый, а звукают можно. Кто автор этого стиха? Я. Ты? Спасибо. Хм,
Стих-то хоть знаешь, какой рассказывать? Непонятно, еще старайся. Нет, это не стих еще, давай лучше. Объясни. Ой, вот что он рассказывает, скажи-ка. А, хорошо, ладно, прости. Золотая, да? Я... Ага, понятно. Вась, засчитаем папе, а то у него этот дно пустое здесь. Первый! Есть! Челлендж называется «Пауза». Пройти эстафету, находясь на подушках, переставляя их как можно быстрее. Когда услышите звук, замирайте в том положении, в котором находитесь. Ой-ё! Это не так легко, как кажется. Я лидирую! Пауза! Ой-ой-ой. Ага. Я сейчас упаду. Да ё-ё-ё-ё-ё-ё! Ногами на подушку, ногами на подушку. Поехали. Да ё-моё! Я первая. Да фу, блин, опять я проиграл. Я третья. Вася вырывается в лидеры. 3, 2, 1. Те, кто болеет прямо сейчас за Василису, натыкайте больших пальцев вверх. Поддержите, ей будет, я думаю, приятно. 1060, 70. В идеале 100. Вася вытащил задание. День рождения. Задача задуть как можно больше свечей с одного раза. Дуй первое. Стоп! С одного раза. Ты непонятно ничего. Ну давай, ладно, с одного раза дуй ты. Да. Ну ты тоже молодец, но ты, ну честно, ты же не с первого раза задула, ты несколько раз дунула. Как будто у нее свечей больше, чем у тебя. 19-20, а у тебя сколько? 26 я насчитал. Значит, реально не по-честному. На 6 свечей больше у нее. Двигаемся дальше. Вася лидирует, у нее 4 шарика, а мы с Леной Сергеевной сравняли. Так что скоро я тебя это, туньк, уделаю. Ой, не рассказывай мне, сейчас проверим еще. Я за все. Ой, все. Чёрная! Что там будет? Что там будет? Отгадай, что называется задание. Сейчас с закрытыми глазами отгадать предметы руками на ощупь. Ой, а там прям, подожди, стоп, не поднимай. Я не полезу, я боюсь, Что это? Фу, мамочки, я боюсь крыс очень сильно. Мы не слабаки, Вася. Я не трись. Вася сказала, я не слабачка, конечно, потому что крыса у меня лежала. Крыса вылезла сама, блин. Я не дрыщ. Сейчас буду нервничать, у меня молоко пропадет, мне нельзя. А вы просто крысу обратно запихнули и все-таки, дайте мне повязку надо надеть и узнать, что они там. Не сам делай. Укусила? Укусила? На мое счастье, крысы вылезли сами и показались. То есть сейчас подстраивать шоу нет смысла. Я проиграл. Я бы, если даже услышал бы шорох, я бы сразу убежал обратно домой. Готово. Итак, раз, два, три, я сдергиваю. Ой, аккуратно. Да фу, ну что ты делаешь? Почему аккуратно? Ой, аккуратно. Это яйцо. Я не могу даже это сделать. Ты можешь сдаться. Я так сильно спотела, как Артур никогда не потел. А, что это? Фу, что это, макароны, что ли? Да. И Василиса, и Елена Сергеевна, они получают по одному шарику. 5, 3, 2. Но каких два красивых балла это были, вы помните? Красивая, как вот эта футболка, которую можно купить на сайте kukayaka.com. У нас сейчас новая коллекция, там новые цвета. Вот я у меня там в гримерке лежит. Сейчас, давай сбегаем. Только тихо, там Ванька спит. Просто. Смотри, какая серая, какая надпись вообще. Долго он хотел ее надеть, но это, ну это вы знаете, это вообще классика, которую она... Последний раз мы выложили огромную партию, 8 минут разобрали, 8. А вот это моя новая любовь. Все красивое и fit его amazing. Amazing на всех. В общем, kukayaka.com, друзья, самые красивые футболочки забирайте. Ну что там внутри? Надо со стула сделать сальто назад. Тот, кто приземляется на ноги, победил. Я не верю тебе, что там так написано. Официант называется задание. Замотанным скотчем ногами пронести поднос, не разлив воду. Ой, что это такое? А, ну хотя твоя любимая на мысках ходить. Все нормально я сделал, скотч не порвался. Тебе надо мой рекорд побить, получается. 1, 2, 3. Рискованно, но все же. 7 секунд! Да я клянусь, никакой форы не даю. Я такой сначала думал, надо Васе уступать, он ребенок. Я просто проигрываю. Ну ты сейчас видел, какая фора? Я бежал как мог. Ты моя маленькая. Это моя школа. Ура! Есть! И в этом конкурсе опять побеждает Елена Сергеевна.
Друзья, мы хотим на этом видео набрать 60 тысяч лайков, поэтому, пожалуйста, поставьте ваши большие пальцы вверх. А если сможете еще больше поставить, то вообще будет супер. Пожалуйста. Черная карточка, что же там будет? Испытание кегли. За 30 секунд в надувном костюме пробежать змейкой между кеглями, не сбив ни одной. Поехали! О! Вот она, вот это да! Тут, тут, лет ноль! Кегель сбита, ноль, ровно ноль. Я пошел, я просто буду аккуратней. Беги! А я пока заберу девочку. Я задел? Ёкало мое, да ты вот такой костюм, как тут не задеть? Ты постарайся не заворачивать так бы. Стой, стой, иди медленно, вперед, вперед, не заворачивай, вперед, вот, супер. Ага. Теперь проходи. Скорость. Ой, тоже. Просто сейчас миллиметр был. Да как ты? Ну почему, блин? Да, и теперь, о, ну все, ну вот это, конечно, ты сейчас ошибку сделал. Я сбил 3 кегли! Это вообще ни разу не легко, оказывается. Как четко подобрали тебе костюм. Ты синий динозавр. Первый в мире динозавр, который любит вино. Поехали! Тут-тут-тур-тур-тут-тут-тур. Вот сейчас будет! Сейчас будет! Есть! Блин, я слышу! Дино Деп. Давай, как будто я на вокзале тебя встречаю. Ой, я лопнул. Есть! 4! И победила Василиса. Поздравляю. Мать, давай ее съедим. Опять черные! Let's go! Что там? Давай, показывай. Большие гонки. О, я там увидел слово. Забег мадагаскарских тараканов. Побеждает тот, чей таракан добежал до финиша первым. Все, поехали. Друг, давай. Голубой первый идет, смотри. Так нечестно. Нет, зеленый. Почему ваши? Трубочки. Туда. Так, слушайте, а что, все болеют за Дениса с Васькой? А кто-нибудь за меня болеет? Если ты болеешь за меня, пиши комментарий. Я потом почитаю обязательно. А то очень интересно, кто за меня болеет вообще, сколько народу. Пишите, пишите, скорее пишите. А, мой вперед идет. Нет, Вась, нет, зеленый мой. Нет, я люблю. Я даже не могу его трубочкой трогать, он очень противный. Вася, ты не пинай, ну! Здесь еда, еда. Это читерство, я считаю. Нет. Постарайся, ты точно. У тебя еще есть шанс. Давайте, у Васи получает шарик, и сделаем сделку. Кладете мне на руку его и даете мне шарик. О, у меня уже мурашки пошли. О, шипит! Он слышал никакого шипит, как будто Пепси открыли. Ой, фу. Как будто Пепси открыли. Фу, он такой, он прям ртом на меня падает. Да, он прям, мне кажется, с открытым ртом упадет на руку, на ладошку. Не нужен мне этот зоб-шарик. Куда ты ползешь наверх-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что, брат? Василиса победила. Я забрал один доп-шарик. Ну что, девчонки взяли черный, я не буду сбавлять обороты. Тоже возьму черную. Крест такой был, караул. Давайте только черный открывать. Мишень. Задача. Используя клюшку, попасть с шайбой в мишень. У каждого есть 5 попыток. Ребята, как вы думаете, у меня получится? Так, в этом раунде мои шансы вырваться вперед увеличиваются. Мама просто кормит. Да? Ты брат. Мама ушла кормить Ваньку, сказала, что этот раунд она пропустит. Значит, короче, у меня большие шансы выиграть. Всем привет. Мама с папой сказали, что хотят 60 тысяч. Ну, поняли. А я хочу 100 тысяч. Больших пальцев есть. Кто были за меня, поставьте колокольчик, лайк и комментарий. 5 попыток у каждого. И тыщ. Ты сразу сбила, ничего себе. О, хоро... 2. Это считается вот такие, да, удары? Всего лишь 4 стакана за 5 ударов, и я выигрываю. Господи! Господи! Да что такое-то? Господи! Давай. Да хоть один! Да ё-моё! Лузер! Кузнечик. Задача для отстающих. В конкурсе участвуют те, у кого меньше всего баллов.
Перед ребятами трубка, в центре которой сушеный кузнечик, и ребята с двух сторон дуют, пока кузнечик не оказывается на краю трубки одного из участников. Отложим просто эту карточку до прихода. Да. Так, друзья, вы знаете, что я очень сильно люблю разговорный жанр видео, и я вижу по комментариям, что он вам очень сильно откликается, потому что когда мы проживаем какие-то странные ситуации, хочется ими поделиться, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, от этого становится легче. И я надеюсь, что когда вот я выговариваюсь, когда вы смотрите, и вам тоже становится легче от этого. Есть какой-то терапевтический эффект, какой-то инсайт поймали для себя, и стало легче. Но бывают ситуации, когда видео недостаточно. Здрасте. Да, все, видите, вот. В общем, бывают ситуации, когда видео недостаточно, и тогда лучше сразу обратиться к психологу. Поэтому я вам не устаю говорить, что за хорошим проверенным специалистом это ясно. Ведь там работают психологи только с профессиональным образованием и средним опытом работы 7 лет. Когда я искал специалиста для себя, я пересматривал видео визитки, пока я не понял, что этот психолог — это точно тот человек, который подходит мне по манере общения, по голосу и просто по вайбу. Да и в целом, ясно, это понятный и удобный интерфейс, а вся консультация конфиденциальная. Так что можно быть спокойным, что ваши сессии останутся только между вами. Но самое главное в терапии — это начать. И вот этот самый первый шаг, он такой сложный. И чтобы вам было его легче сделать, у меня есть промокод КУКАЯКА, который дает 20% скидку на первую сессию при регистрации. Это маленький шаг, который может сделать большое дело для вашего психологического здоровья. Что сделал? Читер. Что-то читерит. Кто понимает, что он делает? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Сделаем скример. Есть. Синяя! И тут не моргни, проверка на стойкость. Каждый по очереди стреляет из бластера друг в друга через прозрачное препятствие. О-о-о! Да это невозможно вообще! Ну короче, я моргал, да, постоянно? Я... Да блин! Держись, держись! О, ты не моргнула! Она не моргает! Да ты... Я, короче, заканчиваю сейчас все эти испытания. Я просто не могу понять. Я что, такой лох, что ли, или что? Штуньк! Ой! Штуньк! Сбивай! Победит тот, кто собьет наибольшее количество. Ну, как раз после такого испытания я готов на еще одни стрелки. Так, ну что же, заряжаем наш пистолетик. Смотри, как заряжается круто. Иди сюда. Опускаешь его в воду и так пьет, прикинь. Так, ну я понял. Я, как всегда, классика. Разрядил всю обойму и сбил из стаканчиков ровно 0 шариков. Нет, ну, один. Ладно, спасибо, спасибо. Какой фантастический в последний момент упал. Ну... Это работает. Да ты близко стоишь. Василиса сбила 3 шарика, я сбил 0. Можно двигаться дальше. 8. Все, давай, тяни следующую карточку. Да я маму позову. Мам, а ты когда-нибудь придешь? Просто мы уже третье сняли. А я возьму, какую я хотела. Салфеточная скорость. Как можно быстрее вытащить все салфетки из упаковки? Видела? О, мать! Сейчас кто быстрее опустошит пачку салфеток, тот и победил. Ты! Ха! Есть! 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 Да какая ты первая? Что ты рассказываешь? Я! 4! Пока тебя не было, мы достали задание, тут написано «кузнечик». Это с пола собрали? Это что-то кузнечик, да? Какая-то грязь. Тихо, стоп! На счет 3. Какой ужас! Можно я так закрою, чтобы это мне в рот не залетело? Там еще внутри какая-то пыль. Раз, два, три. Лопай. Лопай. Задача – лопнуть все свои шары и один финальный. Смотри, Артур, смотри. Я опять проиграл! Да что такое-то вообще? А я круто начал или нет? Ну да, нормально. Башня. За 30 секунд построить башню из 15 стаканчиков побеждает тот, у кого она будет выше. А что, ну вот у меня будет получается самая высокая башня.
Подожди, а ты что, ты выше меня, получается, можешь построить? А как это при равном количестве стаканья? А, ой. Опасная ситуация возникает. Дамочки вырываются, ну, дамочки впереди, но я им дышу жестко в спину. Чем ты там дышишь-то? Ну. Перфекционист. Как можно быстрее разложить конфеты по цветам. Поехали! Я все. Да ё-моё! А что ты еще издеваешься? Да все уже. Понятно, что карточек осталось мало. Я уже не сравняюсь. Я предлагаю устроить супер гранд мега монстр финал. Девчонки вытягивают сейчас финальную карточку, выполняя задание, и решится судьба кукаякового кубка. Кто сегодня забирает его с собой и носит звание того владельца канала нашего с моим именем Денис Кукаяк? Так, девчонки, смотрите, перед вами куча игрушек. Вам на ощупь надо найти свою. Василисе надо найти кита, точнее кота в костюме кита, ну или кита. Елене Сергеевне надо найти пончик. Кто быстрее найдет, тот победил. На счет три начинаем. Три! Вась, да речи перебирай, ты все одно и то же трыкаешь. Давай, откладывай дальше. Так. Что-то... Нет, у тебя пончик. Это может быть маленькое очень? Не знаю. Ты найдешь пончик, ты поймешь. Васька, в другую сторону. Боже, что это? Боже, это что-то рассыпанное. Как я найду пончик? Ай, больно. Нет, это боксерская перчатка. А где пончик? Мать, ты ищешь пончик? Ищу, пытаюсь. А это что? А это что? Что это? Нет, не мое. Что это? Это конь. Что это, вообще непонятно. Ой. Да я не знаю, где. Ну что, где Вася, где? Вася, блин. Вася. Ого. Вот. Блин, подушки эти. Пончик, ты где? Жестко. Ну, блин, где? Да кто это? Сказки. Вась, обратно. Еще раз говорю, ты опять выкинул. Что это? Это баранка. О-о-о, пончик! Лена нашла пончик! Ну что же, в форме утешительного приза Василиса решила взять несколько игрушек себе. И вот это. Вот это, конечно, да. И, конечно же, этого котика, чтобы напоминать себе о том, что торопиться не стоит. Ну а победитель? Женщина, нашедшая пончик. И это я не про себя. Я вообще не ожидал. Первый обладатель кубка, кукаяк, кукаяковый кубок у Елены Сергеевны. Ура! Ура! Лена победила! Честно, я не ожидал. Скоро будет новое видео, и интересно, сможет ли она удержать кубок или проиграет его. Жми большой палец вверх, если тоже ждешь новый видос. Ну а пока... Пока.